Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year. В прошлое Рождество я сильно заболела и чуть не умерла. Save me from tears. Мне сложно об этом говорить. I'll give it to someone special. Но думаю, вы меня поймете. Мам! Не звонишь, не пишешь. Да, да. Тогда телефон знаю, для чего знаю. Тебе вообще нужен? Я же волнуюсь за тебя. Расскажите о своем питании. Она питается фастфудом. Алкоголь? Крайне она редко. Она пьет, как лошадь. Может, выпьем? Ну и семейка. Жена, привет, это я. Мне очень нужно где-то переночевать. Эй, Эль! Это мой маленький помощник. Я назвала ее Эль-пленивец, потому что она никогда не работает. Это я. На что вы там смотрите? В городе таких птиц не встретишь. О, черт! Это к удаче. Ага, конечно. Ты тратишь свою жизнь на работу в этом дурацком рождественском магазине. Это просто работа, я не буду эльфом вечно. Я всерьез планирую стать суперзвездой. Да, я Том. Ты следишь за мной? Эльфы всегда такие злобные? Да, перманентно, настали темные времена. Тогда идем со мной. Тебе кто-нибудь говорил, что ты ведешь себя как маньяк? Нет, по крайней мере, не больше одного раза. Отлично прогулялись. Согласна. Ваши апартаменты, мадам! Моей половой жизни определенно пришел конец. После возвращения из больницы ты стала безразлична ко всему. Я устала. Во время болезни я как будто потеряла частицу себя. Раньше я могла петь, у меня были мечты, а сейчас мне все время страшно. Не бойся, мы справимся. Почему я? Ты этого заслуживаешь. Не бойтесь быть счастливыми. Он отличный парень. Теперь. Рождество на двоих. В кино с 5 декабря.